Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. 10 грудня відзначається Всесвітній день футболу. Сьогодні про те, як цей вид спорту розвивається у нашому місті, у Дніпрі, будемо говорити разом з директором дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Дніпра Сергієм Теодоровичем. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Сергій, розкажіть, будь ласка, як взагалі у нас розвивається футбол у Дніпрі, як він розвивається взагалі в Україні, будь ласка. Доброго дня, вітаю вас, вітаю всіх прихильників футболу, вітаю зі святом, Всесвітнім днем футболу, 10 грудня відзначається. По-перше, хотілося сказати такі слова подяки на адресу двох наших клубів «Шахтар Донець» і «Динамо Київ», які подарували такий гарний подарунок всім прихильникам футболу. Пройшли весенній етап Лиги Европы УЕФА, то есть в последнем туре «Динамо Киев» обыграла «Ференцварош» у себя дома 1-0, а «Шахтер» на выезде сыграл в ничью 0-0 с командой «Интер Милан». То есть это хорошее достижение для украинского футбола на сегодняшний день. Хотелось бы сказать, что футбол в Украине всегда развивался хорошо, на высоком уровне. Сейчас тоже футбол на достаточно высоком уровне. Об этом свидетельствуют многие результаты, многие достижения украинского футбола. Можно вспомнить 2019 год, когда национальная сборная Украины прошла весь сезон без единого поражения. То есть, по-моему, даже во всех матчах своих, которых играла, одержала победы, то есть добилась хорошего результата и вышла в финал Евро-2020, но, к сожалению, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 перенесли на 2021 год. И сейчас мы ждем проведения этого турнира, который будет проведен сразу в 8 странах в июне месяце 2021 года. А также вот недавно, буквально в начале декабря, прошла жеребьевка чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. И нам попалась интересная группа, достаточно сильная, в которой чемпионы мира 2018 года французы, а также команды Финляндии, Боснии, Герцеговины, Казахстана. То есть будет интересно, первые матчи уже запланированы на март 2021 года, матчи отборочного этапа. Выходит только напрямую победитель группы, команда, занявшая первое место, команда, которая займет второе место, будет играть стыковые матчи плей-офф. К сожалению, в турнире Лига наций произошел такой непонятный случай для многих любителей футбола, когда прописка в лиге, в дивизионе А Лиги наций УЕФА среди сборных команд должна была определиться в последнем матче, в котором сборная Швейцарии должна была принять сборную Украины. И врач кантона Люцерн всю сборную Украины, потому что там в один день было 4 случая в сборной, подтвержденных заболевших коронавирусом, на следующий день 3 человека, оставалось 13 человек, у которых был отрицательный тест, которые были готовы играть, но всю сборную по каким-то причинам непонятным посадили на карантин и поставили такое условие сборной Украины, то есть если вы привезете буквально там за сутки новую команду, новые там 20 человек, там, или, которые будут играть, но это же невозможно сделать, потому что в тот же день была запланирована игра молодежной сборной Ю-21, поэтому и до этого уже было 7 человек заболевших, а до этого еще 5 человек, которые накануне этого были отправлены на карантин перед игрой со сборной Германии, то есть поэтому как-то непонятно, когда получается, не на футбольном поле решаются спортивные вопросы. Так не должно быть. То есть надо все равно, я считаю, назначить игру, провести матч и определить, кто, сколько очков наберет итоговых в группе, тот останется в дивизионе А Лиги наций. То есть если люди, спортсмены в частности, тоже заболели, надо наоборот им идти навстречу, правильно? То есть они какие-то присуждать технические поражения, а другой команде технические победы.
Звісно. Ну, а безпосередньо за Дніпро, що ми можемо сказати? Сподіваємось, що дійсно український футбол буде рости, буде більше нових перемог у нас. А з приводу Дніпра, на якому зараз рівні розвитку наші дніпровські команди, будь ласка? В Дніпрі, к сожалению, ну, сейчас, скажем так, небольшой спад футбола. Он связан с тем, что прекратило существование наша, ну, самая знаменитая команда, за которую все болели, поддерживали. Это футбольный клуб «Днепр», который фактически, вот, начиная с какого там, ну, с 2016 года начались проблемы. И практически в 2019 году прекратил свое существование, то есть юридически, по-моему, еще команда осталась, но фактически уже футбольного клуба «Днепр», ну, год как нигде не играет, даже уже полтора года нигде не играет, поэтому, ну, это очень печальный факт для футбола, потому что, ну, самое главное, это должна быть стабильность. Ну, футбол и, допустим, экономика стран – это как бы немножко взаимосвязанные вещи, потому что футбол – это, ну, вид спорта определяющий, скажем так, вообще спортивное направление. Поэтому хотелось бы, чтобы у нас в стране была стабильность, чтобы в футболе была стабильность, чтобы команды не распадались, не разваливались, не пропадали со спортивной карты страны. Потому что вот потом пришлось ждать несколько лет, чтобы новая команда «Днепр-1» вышла в премьер-лигу Украины. То есть это произошло, но сейчас мы видим, что «Днепр-1» тоже пока находится внизу турнирной таблицы, и пока еще до каких-то там серьезных достижений еще далеко. Ну а так, в целом, хотелось бы еще отметить, что вот у нас есть представитель в премьер-лиге «Днепр-1», у нас есть представитель в первой лиге чемпионата Украины, это команда ВПК «Агро», Вишневе, Магдалинівський район, которая представляет, можно сказать, наш город, нашу область, потому что играют на легендарном стадионе «Метеор» в первой лиге. Но тоже пока, как бы, ну, после того, как они прошли путь от аматоров, от чемпионов Днепропетровской области, чемпионов среди аматоров Украины, прошли хорошо там турнирную дистанцию во второй лиге, заняли в своей группе первое место, а то сейчас вышли в первую лигу. Но сейчас в первой лиге пока находятся также внизу турнирной таблицы, и там у них задача сохранить прописку, прежде всего в первой лиге остаться, ну и по возможности вот уже в весенней части подняться ближе к первой десятке. Посмотрим, как у них это будет получаться. Ну и есть у нас еще один представитель среди профессионалов, это ФК «Перемога», команда, которая играет во второй лиге, ну, достаточно неплохо, там где-то в середине турнирной таблицы. Ну, поэтому вот у нас есть представители города Днепр во всех профессиональных лигах, есть также представители, которые играют в чемпионате Украины среди аматорских команд. Поэтому футбол, слава богу, в Днепре продолжает находиться на хорошем уровне. Если говорить о детском футболе города Днепра, то в детском футболе мы сейчас видим картину, когда у нас существует много спортивных школ, много футбольных клубов детских, и в принципе конкуренция сейчас очень большая, очень большая. То есть очень много детей вовлечено в занятия спортом, в занятия футболом. И благодаря этой конкуренции, благодаря тому, что каждая команда, каждая спортивная школа, каждый тренер пытается сохранить, ну, и численность, и чтобы из количества переходило в качество. То есть благодаря вот разным турнирам, там, чемпионатам города, чемпионатам области. Сейчас вот турнир стартовал, зимние турниры в памяти Романа Шнейдермана, там, знаменитых наших футболистов, в памяти Максима Белого, который молодым игроком, уже будучи национальной сборной, к сожалению, так из-за трагического случая тоже ушел из жизни рано. То есть проводится очень много турниров, и будем надеяться, что, ну, в скорейшем времени много воспитанников будут пополнять клубы, которые вот играют на профессиональном уровне. Вот один из ярких примеров – это, скажем так, одна из молодых наших звездочек, Александр Назаренко, который начинал свой путь в ДЮСШ номер 7, потом перешел в академию, детскую академию футбольного клуба «Днепр», и сейчас один из ведущих игроков «Днепра-1», его уже вызывали в национальную сборную Украины,
Пока, правда, еще там не сыграл за первую сборную, просто был вызван на матче, но не сыграл ни одной игры, но в молодежной команде уже сыграл, то есть, в принципе, перспективный игрок. Если дальше будет расти, работать над собой, то он может вырасти в игрока высокого уровня. Ми ще зараз повернемося до дитячих та юнацьких наших спортсменів. Хочу запитати з приводу от футбольного клубу «Дніпр». Ви кажете, що 2016-2019 рік стали от причинами та наслідками того, що клубу зараз немає, він не функціонує. А які це були причини? Чому так сталося? Ну, причини всім звісні. Причини, давно вже всім звісні. Тобто у нас собственник клубу Ігор Валерійович Коломойський, по каким-то причинам, видно, не захотел рассчитываться. У клуба были определенные долги. Там я точно цифры не знаю, но знаю, что там несколько десятков миллионов долларов. То есть там задолженности были из-за строительства стадиона Днепр-Арена и по очень многим игрокам, там по зарплатам игроков, по не были выплачены деньги за игроков, когда эти игроки приобретались, переходили из других клубов. То есть у клуба были долги, и уже определенные санкции начал накладывать Союз Европейских Футбольных Ассоциаций, УЕФА, снимать очки. Сначала снимались очки, когда еще Днепр играл в премьер-лиге, потом понизили в классе, то есть Днепр перешел из премьер-лиги. Даже не в первую, а сразу во вторую лигу. Это случилось в 2017 году. В 2018 году, скажем так. И вот они... Нет, в 2017. В 2017-2018 Днепр еще играл во второй лиге. 2018-2019 уже играл... Или 2018-2019 играл в чемпионате Украины среди аматорских команд последний сезон. А як взагалі можуть вболівальники вплинути на те, щоб у команди залишалися якісь перспективи, команда продовжувала функціонувати? Тому що, як мені відомо, були випадки, коли футбольні арени вони були просто порожні, тому що на матчі ніхто не приходив. От як чи вплине підтримка вболівальників на те, що команди там буде шанс на те, що вона буде далі грати і так далі? Підтримка вболівальників – це один з ключових факторів. Навіть зараз, коли вже не існує футбольного клубу «Дніпро», у соцмережах вболівальники продовжують підтримувати футбольний клуб «Дніпро». Різноманітні хештеги організовують. І зараз там атрибутику різну розпространяють футбольного клубу «Дніпр». Тобто зараз для многих в серці залишився старий футбольний клуб «Дніпр». Поэтому вот это еще раз свидетельствует о том, что підтримка вболівальників – це один з найголовніших факторів взагалі для футболу. Футболісти завжди теж говорять, що грати при повному стадіоні приятно, и это действительно настоящая футбольная атмосфера. То есть, поэтому у каждой команды должны быть свои болельщики, те люди, которые ее поддерживают. Чем большее количество людей на трибунах, зависит все-таки от, опять-таки, стабильности выступления клубов, от его результатов, от его уровня игры. Если игра действительно интересна, как было у Днепра при Евгении Мефодьевиче Кучеревском, я уже не буду вспоминать 80-е годы золотые, там, когда Емец и Жиздик, тандем тренера начальной команды работали, когда Днепр завоевал все свои основные достижения, был двукратным чемпионом еще тогда Советского Союза, выигрывал и Кубок СССР, и два раза бронзовые, два раза серебряные медали. В Еврокубках хорошо выступал. Но последний уже с 2000-х при Вене Мефодьевиче всегда были полные трибуны. Можно других тренеров вспоминать, но, конечно, Хуан де Рамосу тоже удалось поставить хорошую игру. Была интересная команда. Днепр показывал хорошие результаты и у нас на нашей арене, в чемпионате Украины, и в Еврокубках, и, в принципе, в чемпионате Украины. Если бы там не некоторые факторы потусторонние, при объективном судействе, вполне возможно, Днепр был бы чемпионом при Хуан де Рамосе.
При Маркевиче тоже хорошо команда играла, вот уже свои последние сезоны, когда в сезоне 2014-2015 годов футбольный клуб Днепр дошел до финала Лиги Европы УЕФА, и только в финале, кстати, хороший матч провели, проиграли испанской Севилье со счетом 2-3. Потом в 2016 году завоевали последнюю бронзу. Ну, это уже был, ну, как говорится, начало, скажем так, распада футбольного клуба Днепра. Ну, от повертаючись до теми дітей, ви як директор дитячо-юнацької школи спортивної, можливо, можете дати якісь поради от нашим батькам, які зараз нас дивляться, глядачам, які мріють про те, що їх діти в майбутньому стали зірками футболу, що робити, аби це дійсно збулося? Ну, по-перше, порада батькам буде така, що футбол починають грати зараз десь у 5-6 років. От, треба дитину приводити у цьому віці 5-6 років, тому що потрібно закладувати техніку. Коли вже приводять там 8-9 років, ну, вже трохи складніше цим займатися. Деякі починають... Ну, є в нас такі там дитячі школи там з 3 років, там починаючи з 4, але у такому віці ще, ну, це для дитини як просто забава якась, ну, вона ще багато чого не розуміє. Тобто, ну, а во-вторых, саме основне підтримувати свого ребенка. То есть во время игр, тренировок стараться не кричать, а дома, например, спокойно, если даже что-то у ребенка не получается, уже не по горячим следам, скажем так, во время игры или сразу после игры, а немножко уже позже, когда чуть-чуть от игры ребенок отойдет, остынет, скажем так, просто проанализировать, поговорить о том, что не получалось, что нужно подтянуть. Ну и всегда верить, всегда поддерживать, всегда развивать своих детей. То есть найти, можно так сказать, свою детско-юношескую спортивную школу, либо футбольный клуб. Сейчас очень много, сейчас в каждом районе города, в каждой школе есть футбольные секции. Найти своего тренера, свою команду. То есть играть, выступать и это самое, повышать свой уровень. Любить футбол прежде всего. Тобто, якщо підсумувати загалом нашу прес-конференцію, можна відповісти на запитання, чи є перспективи футболу в Дніпрі, відповідь буде позитивною. Так, вони є. Так, перспективи є, і хотілося б трішки сказати, чого нам ще не вистачає. А нам не вистачає це футбольної інфраструктури, не вистачає ще полів великого розміру, стандартного розміру 105 на 68. Зараз у нас у місті лише одне комунальне поле в молодіжному парку Новокадацький. Є також стадіони Монтажник, Академія Дніпра, є Олімпійські резерви, але вони закріплені за своїми на Олімпійських ДВФК, на Монтажнику Інтер, на Академії Дніпра. Це теж приватна школа, академія. Тобто, ну, не вистачає у нас зараз у Дніпрі полів мініфутбольних багато, у кожній школі міста практично є таке поле, але не вистачає великих полів для проведення ігор, для проведення повноцінних тренувань, тому що вже починаючи десь з 12-річного віку, юнаки, хлопці повинні виходити на поля великого розміру. А їх катастрофічно нам не вистачає. От хотілося б, щоб такі поля були, одне-два поле були побудовані в місті Дніпрі якомога раніше, скажімо так. Що ж, будемо сподіватися, що дійсно ситуація буде змінюватися і буде змінюватися на краще. Сьогодні говорили про розвиток футболу у Дніпрі. Також вітаємо всіх футболістів, всіх причетних до футболу з Всесвітнім днем футболу. Ну, а з вами були директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Дніпра Сергій Теодорович і я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!